Копенгаген. Квест, очередной квест. Полчаса до вылета, не указано от какого выхода отправляется самолет. Просто нету на табло. Вот стоим, гадаем, что нам делать. Может, останемся в Копенгагене? А что? Отлично. Кофе по 6 евро, бутерброды по 10 евро. 10 минут до конца регистрации они объявили, а 18. Мы бежим, конечно, галопом по Европам. Может, на такси поедем? А? Ты хочешь на такси? Такая неразбериха здесь с этими направлениями. Налево, направо. Люди туда-сюда снуют. Магазины, как рынок, как, напоминает рынок. Вещевой рынок. Кругом скидки, какие-то распродажи. Чемоданы. Шуматье всякое разное. Давай, самолет улетает. И огромные расстояния надо преодолевать, чтобы попасть на свой самолет. Путается под ногами. Сюда, еще километр направо. Давай. Давай, смотри, бегут люди уже, бегут. Уже посадка. Даже не слышно. Мне холодно тут. Я хочу обратно в Таиланд. Да, немного прохладно. Есть такое дело.
сегодня. Лучше всех моё. Тимура лучше всех там отпустила. А вытянулась, длиннище. Наконец-то выросла. Привет! Привет! Что я могу сказать? А где тайка? В Таиланде. А как? Где тайка ваша? А откуда вы знаете? Что? Про тайку? А? Кто? О чем вы говорите? О тайке, мы ждем тайку. Тайки, ну. Откуда вы знаете про тайку?